Да, я когда-то, я сама была клиентом моего бизнеса, я обращалась за поддержкой для начинающих предпринимателей, когда я только открыла официальное ИП, то есть и второй раз я тоже обращалась по уже ИП мужа, то есть мы пошли по той же ступени, как и я, то есть сначала я приняла поддержку, а потом уже он увидел, что у меня хорошо все получилось, то, что мой бизнес реально мне помог реализовать себя, и он тоже уволился и пошел в бизнес точно так же. Он даже оформлял себе ИП через мой бизнес. То есть все перетрубации, связанные с регистрацией, были вот с этого здания. Очень удобно. Объясню почему. Во-первых, конечно, мы не можем убрать такой формат, вот именно, что нужно иметь какие-то бумаги, документы и прочее. То есть это, естественно, это нормально. Бумаг много не надо. И если чего-то не хватает, тут всегда их можно сделать. Это раз. Во-вторых, все сотрудники, даже работая с индивидуальными предпринимателями в качестве, когда они приходят как клиенты, вот, например, сюда, либо как я, который работает как специалист. Всегда помогают, честно, всегда помогут, поддержат, то есть подскажут. Никогда нету такого, то есть если я приходила сюда, я пришла и я отдала все документы. То есть нет такого, что я пришла, ушла доделывать, пришла опять, потом опять доделать. Никогда такого не было. Всегда пришла, сдала.